Если бы школьные учебники могли говорить, то эту пору в своей жизни, как и их хозяева, они бы назвали самой счастливой и долгожданной. Их не треплют, не мажут чернилами, не бросают под парты. Школьные каникулы. Ребята старших классов устраивают лыжные прогулки, катаются со снежных горок. А младшие... Младшие пока что с успехом выполняют только один элемент фигурного катания — взаимную поддержку.